наук, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания Московского государственного лингвистического университета и руководитель авторского коллектива серии ОМК «Alles klar», немецкий как второй иностранный. Я хотел бы продолжить наш разговор, начатый в прошлый раз, о том, какие специфические ситуации важны здесь для учета в работе учителя немецкого языка как второго иностранного. И я хотел бы сегодня поговорить об одной очень важной методической проблеме, которая нас всех, собственно, ожидает в ближайшее время. И связана она с выходом новой версии общеевропейских компетенций уровня владения иностранным языком. И эта новая версия, появившаяся в августе прошлого года, заставляет нас пересмотреть некоторые подходы к преподаванию иностранных языков в целом и иностранного языка как второго в частности. И я сегодня покажу вам на конкретных примерах, как эти вопросы методически можно решать при помощи нашего ОМК. Но прежде всего хочу сказать, что изменения, которые мы сейчас наблюдаем в системе общеевропейских компетенций, для нас крайне важны, потому что все учебники иностранных языков нашей страны ориентированы на эти компетенции, на уровне А1 до С2, и эти уровни до сих пор представлены были в виде брошюры, известной нам всем, переведенной на русский язык сотрудниками и преподавателями нашего университета. И, в общем-то, я хотел бы начать с краткого представления того, кто занимается этой проблемой. Это, как известно, Ассоциация европейских языковых тестеров ALTEA, которая, собственно, главной задачей своей ставит продвижение и оценку языковых компетенций по всей Европе и за пределами ее. Сегодня в презентации вы увидите много английского материала, пусть вас это не удивляет. Дело в том, что материалы новой версии европейских компетенций вышли пока только на английском языке, и официального перевода нет. Поэтому я буду комментировать их, но, естественно, пользоваться при этом официальной версией этих компетенций. Итак, ALTEA, как организация, которая отвечает за разработку вот этих общеевропейских компетенций, была основана в 1989 году. Основана она была в Кембриджском университете Великобритании и университете Саламанка. То есть два этих университета, объединившись, создали организацию, которая сейчас охватывает 32 полных членов и 58 институтов, которые являются аффилированными членами, и более 500 человек индивидуальных членов этой организации. Главная задача этой организации в данном случае – это объединение усилий по разработке общих подходов к тому, как оценивать компетенции уровня владения иностранными языками. И владение иностранными языками в данном случае предполагает привлечение, конечно, и международных специалистов, экспертов. Вы сейчас видите на экране 5 организаций, которые позиции российской науки представляют наши интересы в ALTEA. Это Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, университет дружбы народов РУДН, Герценовский РГПУ и Пушкинский институт государственный институт русского языка. Эти 5 организаций являются аффилированными членами и участвуют в работе ALTEA. Для нас важно, что это не государственная организация, тем не менее имеет большое влияние на европейские политические круги, и в данном случае речь идет о том, что главным ее достижением стала разработка общеевропейских уровней владения иностранными языками, так называемого CEFR. И на последней встрече в ноябре 2018 года вот эти уровни были еще раз обсуждены и представлена новая версия. Ну, вам знакома наверняка вот такая версия этих уровней от А1 до С2. На каждом уровне этих компетенций представлены определенные так называемые по-немецки Kannbeschreibungen, то есть дескрипторы по-русски, то есть вот эти самые определения, что имеется в виду под уровнем владения А1. В данном случае уровень понимания и способности восприятия и порождения высказываний в той или иной степени на те или иные темы. Но вот эти общие уровни подверглись серьезному пересмотру, серьезной ревизии в связи с тем, что уже в 2001 году ALTEA заявила о том, что меняется задача преподавания иностранных языков в целом. И эта задача определялась как создание условий для того, чтобы каждая личность, изучающая иностранные языки, воспитывала в себе мультилингвизм или
Plurilingualism – термин, который пользуется, которым пользуются документы ЛТ. Что такое плюрилингвизм или мультилингвизм? С точки зрения ЛТ это два разных понятия. Мультилингвизм это, или полилингвизм – это способность собственно, человека знать определенное количество языков и сосуществовать с представителями, носителями этих языков в различных социальных ситуациях. А вот плюрилингвизм означает способность индивидуального человека помимо знания вот этих нескольких иностранных языков еще и переходить от общения с носителями этих языков к другим социальным ситуациям, например, помогать тем, кто не знает этих иностранных языков, выступать в роли переводчика или роли посредника и так далее. Ну и самое главное – это то, что коммуникативная компетенция такой личности должна учитывать любой язык, любой диалект, любую степень знания этих языков и диалектов данной личности. То есть это воспитание вот такого очень внимательного отношения к любому репертуару языковому, который вам присущ. Это, конечно, означало, что мы должны не только обучать второму иностранному языку, но и поощрять способность любого человека, например, переключаться с литературного языка на диалект, например, использовать знания различных языков для того, чтобы декодировать текст, составленный на неизвестном языке. То есть это такие виды компетенций, которые, в общем-то, редко присутствуют на уроке иностранного языка, поскольку главная задача, конечно, наша – это, конечно, мультилингвизм, то есть привитие знания нескольких языков иностранных любой личности. Но вот эти пожелания, которые изложены в документах ЛТ, они притворились, в общем-то, в очень серьезный документ, вот этот, о котором я говорю, это новые так называемые дескрипторы, это европейский языковой портфель, известный вам, и вот эти новые требования, новые пожелания были представлены сначала в 2015 году как набор некоторых планируемых достижений, набор планируемых результатов обучения, и затем в течение 3 лет эти планируемые результаты обучения апробировались различными организациями по всему миру. Вы видите, кто участвовал с российской стороны в этой апробации, в том числе Российская высшая школа экономики, это Московский государственный университет имени Ломоносова, Нижегородский лингвистический университет, Самарский государственный университет, МГИМО и Санкт-Петербургский госуниверситет, а также Globus International Language. Вот эти организации участвовали в апробации, что из этого получилось? Получилась совсем другая таблица, совсем другая группа компетенций, вы видите сейчас ее перед собой. Это то, к чему мы сейчас идем в описании языка в учебниках, и то, к чему в перспективе мы придем, когда будем говорить о реорганизации ОГЭ и ЕГЭ, поскольку все эти элементы, все эти элементы нашей образовательной среды ориентированы как раз на требования ЛТ и вот на эти документы, о которых я говорю. Вы видите, что сейчас современное представление о компетенциях несколько другое. Речь идет о 4 группах компетенций. Это рецептивные, продуктивные, интерактивные и медиативные компетенции. Что касается первых 3, в общем-то, они нам хорошо известны. Рецептивные компетенции, естественно, связаны с аудированием и чтением, продуктивные – с письмом и говорением, интерактивные – участием в различных видах коммуникации. А вот медиативные компетенции – это новость для преподавателей иностранных языков, поскольку речь идет о воспитании медиации в самых разных ситуациях. То есть на уроке иностранного языка мы должны не только заниматься медиацией собственно языковой, то есть выполнять упражнения, например, по переводу, но и прививать такие навыки, которые должны помочь любому человеку стать медиатором, например, в социальной ситуации, то есть когда нужно решить какую-либо острую проблему в коллективе, положим, на рабочем месте, возник конфликт в школьном коллективе, его надо решать. Скажем, кто-то не понимает какой-либо проблемы или текста, или диаграммы, вы должны уметь его это простыми словами объяснить. То есть вот эти виды медиации, которые включены сейчас в новую версию общеевропейской компетенции, это та новость, которую, в общем, мы тоже будем обсуждать с вами, когда на одном из вебинаров будем говорить о том, каким способом, какими упражнениями можно такую медиацию постепенно формировать. Но мы сегодня поговорим о первой группе компетенций, о рецептивных компетенциях. Это
конечно, две основные наши компетенции – чтение и аудирование. Поскольку наш вебинар ограничен по времени, мы остановимся сегодня только на аудировании, в следующий раз уже поговорим о чтении. Но касательно аудирования и чтения, вы видите, что и сама рецептивная группа компетенций разбита вот в этой таблице на три разные группы. Это компетенции, связанные с креативностью, с творческим использованием языка, например, чтение в качестве одного из элементов отдыха, расслабления. Это трансакциональные компетенции, например, чтение для получения информации или какой-либо аргументации. И это оценочные рецептивные компетенции, которые связаны как раз с решением разных проблем. И вы видите, что в данной таблице эти оценочные компетенции в части рецептивных компетенций, они объединены с трансакциональными. То есть, в общем-то, пока вот эта система не до конца разработана, но тем не менее она здесь есть. Итак, наша задача посмотреть сегодня, что делать с этими рецептивными компетенциями в части аудирования, по крайней мере, и как их можно формировать. Надо сказать, что дескрипторы в этой системе изменились не на 100%. Вы видите здесь цитату из новой версии общеевропейской компетенции, которая указывает на то, что уровни А1 и С1 подверглись незначительным изменениям с точки зрения дескрипторов, за исключением вот этой медиативной компетенции. И кроме того, туда были внесены изменения в части фонетики. И, собственно, мы будем говорить об этом, когда будем разбирать формирование компетенций, связанных с говорением, именно с четким, произносительными навыками и так далее. Но самое основное, что для нас отрадно, что российская методическая школа многие элементы вот этих новых подходов европейских предугадала. И в учебниках, не только тех, которые я представляю здесь, но и других учебниках наших российских авторов, компетенции, в том числе медиативные, представлены упражнениями и заданиями. То есть мы никогда не отказывались от тех компетенций, которые ранее в европейской науке считались, в общем-то, не совсем важными. Та же медиация, которая вышла сейчас на первый план в связи с тем, что Европа переживает серьезные иммиграционные процессы, и носителям европейских языков надо учиться, в общем-то, осуществлять эту социальную медиацию, медиацию на рабочем месте и так далее, и так далее. Но что касается рецептивных компетенций, в принципе, изменения касались того, что для каждой рецептивной компетенции были более подробно расписаны ситуации, которые может попасть и должен попасть изучающий иностранный язык. Ну, посмотрите на общее определение рецептивных компетенций. Главное здесь – это то, что компетенции эти разбиты на три группы. Скажем, вот говоря о аудировании, это компетенции, связанные с слушанием и пониманием говорящего, компетенции, связанные с чтением и пониманием текста, и компетенции аудиовизуального характера, когда вы смотрите телевизионную передачу или фильм. Вот, что касается непосредственно аудирования, то здесь в представлении создатель вот этого нового документа, обучающий проходит некоторые стадии или, так сказать, попадает в целый ряд концентрических кругов. Самый близкий, самый важный для него круг – это его роль как участника непосредственной интеракции, то есть он с кем-то говорит или кто-то с ним говорит. Далее следующий круг – это несколько более отстраненная позиция. Участник коммуникации просто слушает, как говорят двое, и понимает, что они в целом хотят друг другу сказать. Далее еще шаг назад, он превращается в слушателя, участника, например, лекции, когда в зале много слушателей, и он один из них, и, собственно, внимание говорящего направлено не конкретно на него, а на целую аудиторию, то есть он попадает в более сложные с этой точки зрения условия для понимания устного высказывания. И, наконец, четвертый и последний шаг – это когда он общается на расстоянии. Это дистантное общение, и в данном случае все вот эти четыре шага можно представить в виде вот этих кругов концентрических, а также в виде тех дескрипторов, которые вы сейчас перед собой можете наблюдать. В целом, мы с вами будем обращать внимание на дескриптор А1 прежде всего, потому что это та непосредственная задача, которая нас сейчас волнует, преподавание немецкого языка как второго в самых разных классах российских школ. И это преподавание, я так понимаю, во многом будет начинаться с нуля, потому что второй язык во многих школах не преподавался, этого не требовалось, сейчас это требуется. Вот посмотрите в целом, что касается аудирования, что требуется на уровне А1. Это необходимая компетенция, означает, что освоивший А1, по-нашему говоря, учебники 5 и 6 классов, немецкий язык как второй, может следить за речью, которая
проходит в достаточно медленном темпе, с очень аккуратной артикуляцией, с достаточно длительными паузами для того, чтобы понимать общий смысл, а также он может распознавать конкретную информацию, например, название мест, указание на время в беседах, связанных с знакомыми темами, темами из повседневной жизни, которые также представлены в виде медленной и ясной речи. Вот это компетенция на уровне А1, которую мы должны подвести по всем видам, вот этим четырем коммуникативным ситуациям аудирования, подвести нашего изучающего немецкий язык как второй, и изучающего иностранный язык как второй в целом. В данном случае, конечно, воспитание вот этой культуры аудирования начинается не с того, что мы сразу же погружаем нашего обучающегося в такую вот ситуацию, вот он слушает двоих говорящих, вот он понимает что-то там из них, а мы делаем определенные шаги по направлению к этой цели. Для начала мы отрабатываем фонетику, фонетические навыки с этим обучающимся. Я демонстрировал этот слайд на прошлом вебинаре, еще раз хотел бы показать, что отработка фонетики в нашей серии является одним из самых ключевых моментов работы на первом этапе знакомства с немецким языком. Это введение новых слов, отработка фонетической стороны этих новых слов, это работа с разного рода скороговорками, оттачивание произношения благодаря им, это исполнение немецких народных песен, знакомство с их содержанием, и в том числе отработка фонетической стороны этих песен. То есть мы закладываем базу, четкое произношение означает, что мы формируем в голове у наших обучающихся, как говорил Фердинанд де Сосюр, акустический образ. Они должны правильно запомнить, как звучат эти звуки, и правильно их произносить, чтобы их понимали, и они могли понимать тех, кого они наблюдают перед собой в качестве собеседников. Мы работаем не только в пятом классе с этим материалом, мы работаем и в шестом, и в седьмом, и в восьмом, и в девятом, и везде есть скороговорки разной степени сложности, посвященные определенным звукам, определенным комбинациям звуков, очень сложным иногда комбинациям, типа, например, «кри» или «гри» и так далее в немецком языке. Мы работаем с разными типами песен, народными, детскими, песнями на литературном языке, на диалекте, что очень важно, потому что вот этот акустический образ в голове складывается не только из слушания и понимания литературной речи. Нужно, чтобы наши обучающие слышали, в общем-то, разные варианты, разные оттенки этой речи. Пусть это будет не чистый диалект, пусть это будет речь с небольшими диалектными огласовками, с небольшой диалектной окраской, но это важно, потому что немецкая речь такова. И в реальной коммуникации вы вряд ли, помимо телевидения и радио, встретитесь с ситуацией, в которой вы будете говорить и слушать на литературном языке. Так сказать, в общем-то, вы будете говорить, конечно, на литературном языке, но слушать вы можете и будете наверняка речи, сказанные с диалектными окрасками. Но, наконец, очень важным моментом является то, что аудирование на первых этапах делается с опорой, то есть мы не заставляем, естественно, обучающихся сразу аудировать и все понимать, а мы работаем с текстами диалогов, полилогов, тексты эти они держат перед собой, перед глазами, они их читают и слушают, это очень важный момент, чтобы соотнесение происходило и звука, и буквы, чтобы закреплялся вот этот навык правильного чтения, правильного произношения вслух. Все эти элементы имеют прямое отношение к аудированию, потому что они формируют базу, на основании которой далее в более продвинутых классах, в седьмом, восьмом классе, уже мы можем перейти к языковой или речевой продукции. Вот речевая продукция в данном случае представлена здесь упражнением третьим на экране. Это «Bitte ein Ferieninterview» – задание, когда один из наших героев, маленький толстый рыцарь, приглашает обучающихся к разговору о том, где они были летом, что они там делали, отрабатывается при этом, конечно, грамматические конструкции, необходимые для этого урока, но главное – это попытка снять барьер, когда обучающийся слышит вопрос, снять его тем самым, когда вы задаете этот вопрос, как указано, в достаточно медленном темпе, хотя это седьмой класс, это уже переход на уровень А2, темп может быть несколько ускорен, слова, естественно, все эти знакомы, то есть там лексических проблем нет, главная задача – это распознать эти слова на слух, потому что совершенно не обязательно затверженная, запомненная, освоенная лексическая единица будет столь же опознаваемой в фонетическом облачении, в фонетическом варианте. То есть надо отрабатывать и чтение, и произношение, и слушание, и понимание. Это понятно абсолютно. Но я здесь привожу примеры различных видов
интервью, вот здесь интервью, если я не ошибаюсь, 9 класса, связанное с чатами, насколько любят наши обучающиеся чатиться, какие у них задачи, какие у них они посещают чаты и так далее, и так далее. Эта тема была связана как раз с Твиттером и разными видами коммуникации в интернет-среде. Первая проблема, которая возникает в обучении уже, когда мы переходим к собственному аудированию, она связана, конечно, с пониманием разговора между говорящими перед вами коммуникантами. То есть два человека или более беседуют в вашем присутствии. Ваша задача, вам представляется возможность послушать и понять, что здесь важно, что является предметом беседы. Для этого требуется, как вы видите, какие задачи решить. Выхватывать из разговора, выуживать оттуда соединительные элементы, фразы. Достаточно материала пытаться выловить из беседы, чтобы понять общую тему и смену этой темы. Выявить какую-то хронологическую прогрессию, если, например, один коммуникант другому рассказывает историю какую-нибудь, и далее определить, когда люди, например, согласны друг с другом или не согласны, каким образом они выражают это несогласие, какие они приводят аргументы в этой беседе. Ну и на более высоком уровне уже включаются более серьезные задачи, это определить отношения, модальности и так далее. Но мы о них в данном случае не говорим, потому что на первом этапе изучения немецкого как второго речь идет как раз о том, что мы пытаемся обучать наших учеников тому, чтобы они максимально могли выудить из беседы максимальной информации, которую они слушают и слышат. И в данном случае задача, конечно, ставится конкретная на уровне А1. Наш обучающийся должен понимать некоторые слова и выражения, когда люди говорят о нем или о ней, когда коммуниканты беседуют на такие темы, как семья, школа, хобби, окружающий мир, когда они говорят медленно и четко, когда требуется понимать слова и краткие фразы, слушая простые разговоры, простые беседы, например, в ситуации магазина, где покупатель беседует с продавцом. Если только речь эта записана и воспроизводится, и слушается в режиме медленной коммуникации. То есть перед вами беседуют, например, продавец и покупатель, но говорят они медленно и очень четко. На уровне А1 этого вполне достаточно. Но чтобы эту компетенцию сформировать, мы, конечно, должны вспомнить о некоторых особенностях понимания на слух. Эти особенности формируются помимо тех упражнений, которые я уже привел, отработки именно фонетической базы, они формируются тренировкой собственно аудитивного слуха. Для того, чтобы понимать на слух, вот эта аудитивная компетенция должна развиваться при помощи несложных упражнений, но достаточно затратных, трудоемких для самого обучающихся. В рабочих тетрадях, начиная с 6 класса, даже в 5 классе есть кое-какие элементы такого рода, мы пытаемся давать задания, когда на очень простом уровне поначалу обучающийся слушает ряд слов и записывает их в тетрадь. Зачем это необходимо? Взаимосвязь, опять же, между вот этим, как бы сказать, аудитивной оболочкой этой, между тем, что вы слышите, и тем, как выглядит слово, эта взаимосвязь не автоматичная, ее надо отрабатывать. Чем больше происходит эта работа, слушание с записью, вот эта работа – это ключ к тому, чтобы ваш слух постепенно как бы адаптировался к незнакомой иностранной речи, чтобы обучающиеся могли постепенно переходить от записи отдельных слов к, скажем, прослушиванию целых диалогов и заполнению лакун в них. То есть диалоги эти содержат все слова, конечно, но в текст перед вами не содержит некоторых слов, вы вставляете их туда. То есть это постепенно тренирует ухо и открывает его. Только такое упражнение, кстати говоря, не придуманное нами, а являющееся давным-давно элементом обучения переводчиков в Московском государственном лингвистическом университете, вот это упражнение позволяет открыть этот слух, сформировать аудитивную компетенцию. И вы видите пример из 7 класса. Мы, конечно, работаем и с полилогами, и диалогами, чтобы этот слух открыть. Вот перед нами беседуют несколько человек. Тема беседы – это праздник на Рейне. Эта тема связана, конечно, с каким-то элементом страноведения. Слова для этой темы все известны, то есть они отрабатываются заранее, перед началом этого урока, перед началом работы с основным материалом раздела в наших учебниках. А затем уже вы переходите к прослушиванию полилогов и
опять же с опорой на текст. То есть вы слушаете этот полилог, вы смотрите на этот текст, постепенно мы готовим обучающегося к тому, что когда-то, в какой-то определенный момент, текста перед ним уже не будет. То есть он получит только аудитивный текст. Но чтобы не возникло опять этого барьера, то когда вы опять даете полилог и требуете, например, чтобы прямо из него сразу, без каких-либо подготовительных элементов, учащийся выловил какую-то информацию, это, конечно, невозможно и не приведет к нужному результату. То есть сначала мы слушаем полилог, смотрим при этом в текст, мы отрабатываем его, многократно его прослушиваем дома, соотносим то, что мы слышим, с тем, что мы видим, и формируем опять вот этот навык, который должен быть важным для наших обучающихся, чтобы письменная и устная речь не отрывались друг от друга, чтобы он мог эти слова распознать. Или вот на более серьезном уровне, 9 класс, учебники 9 класса, тема здесь связана с поиском работы, с профессиональной ориентацией. В данном случае речь идет о полилоге, связанном с тем, что школьникам профессиональный консультант дает советы, какие профессии им по окончанию 9 класса можно выбрать, что для этого нужно сделать и так далее. То есть тема эта, конечно, для учащихся тоже не совсем новая, потому что до этого они уже отработали лексику, до этого они уже многократно слушали эту лексику, помнят лексику новую, новую лексику этого урока, поэтому в данном случае опять возникает единственная проблема, это чтобы эта лексика идентифицировалось. Мы прослушиваем полилог, смотрим текст и затем уже выполняем упражнения, связанные с ним. Это может быть ситуация культурная, культурно-специфичная, например, тема вежливости, о которой я в прошлый раз говорил. Тоже важный, интересный полилог. Здесь меньше терминов, чем в предыдущем случае. В данном случае это, конечно, более простая тема. Как правильно себя вести, вежливо вести себя за столом. Но тема, в общем-то, знакомая, интересная, и она с точки зрения коммуникативной и культурной специфики очень важна для обучения языку, немецкому языку как второму, в частности. Прослушивая этот полилог, вы также работаете с ним и затем уже выполняете задания на аудирование, которые предлагает учитель. Я опущу здесь дальнейшие примеры, потому что их очень много. У нас наша серия вообще в этом смысле ориентирована на постоянное знакомство с живой речью. Я уже говорил о том, что полилоги эти написаны носителем языка, моим соавтором, доктором Гизелой Хебелер. Полилоги все, как говорят немцы, aus dem Leben gegriffen, то есть они все из жизни взяты, из жизненных ситуаций, в которых сама автор этих полилогов была неоднократно, как мать большой семьи, то есть воспитавшая 5 детей, то есть она все эти ситуации проходила и, конечно, помнит, какие проблемы здесь могли возникать. Составляя эти ситуации, она опиралась, конечно, на базовый словарь, который ей предлагался, на базовую грамматику, но, тем не менее, она выстраивала это как живую коммуникативную ситуацию. И в этом смысле прослушивание подобных полилогов, конечно, имеет и важное культурологическое и, собственно, большое значение для формирования аудитивных навыков. Вторая ситуация. Вы слушаете некую лекцию или вы присутствуете на каком-либо выступлении, когда говорящий не адресует свое выступление лично вам. В чем здесь проблема? Совершенно понятно, что в первом случае, о котором мы говорили, когда беседуют двое в вашем присутствии, они все-таки могут делать скидку на то, что вы что-то знаете, а чего-то нет. Но в данном случае выступающий, например, лектор или ведущий какое-либо общественное мероприятие публичное, выступающий на митинге, или это может быть гид, который ведет экскурсию по городу, он, конечно, лично на вас не ориентирован. Поэтому вам приходится подстраиваться под то, что он, в общем-то, говорит для присутствующей публики в целом. И ваша задача – это вычленять из его речи важные информационные единицы, например, название городов, название каких-то артефактов, приспосабливаться к скорости говорящего, то есть уже не он приспосабливается к вашей скорости, а вы к его. То есть вы должны успевать за ним и пытаться понять, что он говорит в данном случае. И, конечно, большую роль здесь играет знакомство с самой ситуацией и с тем, как обычно в этой ситуации ведут себя говорящие. Понятно, что если наш обучающийся попадает в ситуацию, например, похода по музею с гидом, он не раз в ней уже бывал в российской среде культурной, теперь он попадает в немецкую культурную среду, его ведут по немецкому музею, в принципе, он понимает, что происходит, что это музей, что это гид, что в этом музее происходит. Главная задача теперь именно это информационное
вот эти блоки нужно выбрать из того, что говорит ведущий, самое основное, понять, о чем он говорит. Ну и в данном случае уровень 1 достаточно просто формулируется. Вот в этой ситуации нужно уметь понимать самую простую информацию, которая объясняется в ситуациях, которые, так сказать, описаны здесь как предсказуемые. То есть вы попадаете в предсказуемую ситуацию, и вам надо понять в ней простую информацию. Например, путешествие по городу с гидом, при этом речь говорящего должна быть очень медленной, ясной, должны быть длинные паузы. Вот это уровень А1, и на этом уровне, собственно, и записаны были тексты, аудиотексты для нашей серии. Тексты эти записывались с участием носителей языка, которые, конечно, говорили не в своем обычном темпе, то есть они, конечно, не старались быстро говорить, невнятно говорить, проглатывать что-то, они говорили, в общем-то, с паузами, с остановками, но, тем не менее, это были все носители языка, и причем для каждого класса, как я уже говорил, на первом вебинаре мы приглашали детей того же возраста, для которого рассчитан данный учебник. Скажем, учебники 6 класса, аудиотексты записывали ученики 6 класса одной из школ Германии. Поэтому в данном случае тоже речь идет об аутентичной речи, это важно. Аутентичная речь. Мы имеем два потока здесь речи. Это речь учителя, который, конечно, адаптирует ее точно в соответствии вот с этими требованиями А1 в учебниках 5-6 класса, задавая упражнения, выполняя задания на аудирование, говоря с учащимися в классе. И это аутентичная речь, записанная для данного учебника на диске, где вы прослушиваете диалоги, прослушиваете, скажем, речь гида, который ведет экскурсию по городу, и решаете задания, связанные с ним. То есть вылавливаете вот эту информацию. Например, вы прослушали речь гида о Берлине, посмотрите на картинки и решите, какие достопримечательности были упомянуты им, какие нет. Ну и здесь также приводятся примеры. В основном речь идет в данном случае о формировании аудитивной компетенции, связанной с пониманием страноведческой информации, поскольку именно к ней сводится вот этот уровень А1 и материал учебников 5-6 класса, который этот уровень поддерживает. Ну, видите, пример из учебника 5 класса. Речь идет здесь, конечно, о разных основных достопримечательностях крупнейших немецких городов, о которых идет речь в полилоге и которые необходимо из этой речи изъять и понять, что это о них именно речь идет. Третья ситуация. Вы слушаете разного рода объявления и инструкции. Это еще один шаг назад, то есть вы вообще не участвуете в коммуникации, если там вы видели, что вы либо сами беседуете, либо вы слушаете, как беседуют при вас, либо вы слышите лекцию или выступление гида, которое как вас тоже как-то касается, поскольку вы там присутствуете. В данном случае вы делаете еще один шаг назад, вас в коммуникации нет. Делаются объявления, например, по радио, объявления на перроне вокзала и так далее. То есть вас как адресата, в данном случае адресата информации, нет, вы не учтены там, так сказать, никак. То есть в данном случае информация общего характера. И здесь речь идет о том, чтобы наши обучающиеся понимали, например, инструкции по ориентированию в городе, поворот налево, направо, идти прямо через мост, перейти дорогу и так далее. Это должны быть какие-то детальные инструкции, связанные, например, как это у нас в 6 классе делается, с изготовлением каких-либо артефактов, скажем, приготовлением блюд немецкой кухни. Понимание этих инструкций, детальное понимание, зависит, конечно, от уровня или степень детальности, от уровня, который в данном случае соответствует данному учебнику. Надо понимать основной смысл этого объявления, о чем оно. И, как я говорю, степень ясности зависит от уровня. Речь может быть весьма медленной и ясной, до, если переходить на уровень B1, переход на B2 речи уже в нормальном темпе, с какими-то даже аудиопомехами. Ну, на уровне 1, конечно, никаких аудиопомех мы не включали. Посмотрите, что здесь требуется. Он, наш обучающийся, должен понимать инструкции, которые произносятся аккуратно, медленно, и следовать кратким, простым указанием по ориентированию на местности. Он должен понимать речь, когда кто-то говорит ему или ей в очень медленном темпе, ясно и четко, где он находится, что за окружение в данном случае имеет место. Он должен понимать цифры, цены,
указание на время, которые тоже сообщаются ему медленно и ясно и содержатся в объявлениях по громкоговорителю, например, на перроне вокзала или в каком-либо магазине. Это А1. Вот эти упражнения, конечно, в большей степени ориентированы на работу с цифрами и с данными. В данном случае я демонстрирую вам пример из учебника 5 класса. Это упражнение 4, в котором мы видим здесь как раз ту самую ситуацию. Вот мы присутствуем в магазине, мы пытаемся понять, какие цифры звучат. В данном случае в 5 классе мы, конечно, не вводим еще с самого начала, прямо с знакомства с цифрами, уже громкоговорители, объявления в магазине, но мы научим понимать цифры на слух. Это очень непростая задача. Вы прекрасно помните, что одна из самых сложных задач на обучение аудированию – это научить понимать речь по телефону, когда особенно вам называют какие-то цифры. Скажем, вам сообщают номер телефона, который вы должны записать по мобильному или там запомнить, куда-то вбить. Для этой цели в немецком языке есть специальные средства развлечения цифр на слух, цво, дри, а не цвай, драй и так далее, чтобы не было, так сказать, вот этих смешений цвай, драй, чтобы на слух это можно было понять. Так и здесь мы тренируем это. Сначала в ситуации, когда в магазине разбойник, один из наших смешных персонажей, покупает канцтовары, он, в общем-то, ему нужно очень много всего, и разные цифры он здесь называет. И в данном случае сначала мы учим правильно их произносить, затем слушать эти цифры в диалогах, идентифицировать их, и затем уже записывать цифры, которые даны уже без опоры. То есть в данном случае это важно постепенно, постепенно усложнять. Ну и последний здесь шаг – это прослушивание аудиозаписей, записанных, например, на носители объявлений погоды, рассказанных историй, интервью, каких-либо документальных записей. Но ясно, что для один о такой сложной информации еще речи не идет. Но здесь также основная задача – это глобальное прослушивание. То есть это выбор конкретной ситуации, конкретной информации, которая упоминается в этом сообщении. Это понимание основных моментов, важной информации и идентификация настроения говорящего, его отношение к тому, что он говорит, его точки зрения. Последняя задача, конечно, выходит за рамки А1, это понятно, но это в целом то, к чему мы должны привести нашего обучающегося, когда формируем компетенции в области аудирования. Посмотрите, что такое А1 в этой сфере прослушивания аудиозаписи. Это умение выбрать конкретную информацию, например, название места, указание на время, из коротких аудиозаписей на знакомые повседневные темы, которые произносятся, тексты которых произносятся очень медленно и ясно. То есть это конкретное требование, очень понятное, и оно реализовано у нас в наших учебниках. Ну и переходя на более сложные уровни, скажем, 9 класс, это уже уровень, переход к уровню B1, эта задача затем будет усложняться. Посмотрите на упражнение 15, которое здесь вам демонстрирую. Мы уже не просто слушаем и определяем какие-то цифры, определяем название, место и время, а мы от отдельных высказываний, от отдельных коротких объявлений, от отдельных коротких аудиозаписей переходим к достаточно пространным страноведческим аудиозаписям. Посмотрите, о чем здесь идет речь, о городе Линц и о его особенностях. И здесь надо прослушать текст два раза и вставить информацию, аудиоинформацию, которая произносится в данном тексте, в пробелы, в лакуны. То есть вы видите постепенное усложнение задач. От простых вещей, понимания цифр на слух, правильного произнесения этих цифр, причем это обязательно увязано должно быть, постепенному наращиванию сложности и обучению того, как нужно аудировать эти цифры, эти места и вписывать их в тексты, чтобы они были осмысленными, получались уже полными и могли быть восприняты как полноценный элемент информации. Ну и скажу еще несколько слов о том, что к этим рецептивным навыкам, навыкам аудирования примыкает, конечно, и аудиовизуальная рецепция, то есть это просмотр телепередач, просмотр фильмов, которые касаются, конечно, чаще всего более высоких уровней, фильмы прежде всего, это B1 уровень, B2 и так далее. Здесь речь идет о том, чтобы уметь следить за происходящим на экране, видеть те моменты, когда меняется тема, ну, скажем, тема
микротема фильма меняется, переход к другим сюжетам каким-то. Идентифицировать детали, нюансы и имплицитные смыслы – это уровень С. То есть имплицитный смысл уровень С – это очень серьезный вопрос. И формирование такого навыка предполагает, конечно, уже работу с учебниками 10-11 класса и достаточно интенсивной. И как это все оформлено там, должны быть фильмы и телепередачи, которые используют как медленную темп речи, как стандартный тип произношения, так и на более высоких уровнях сленг и идиоматические выражения. То есть видите, насколько усложняется по мере продвижения наверх этих уровней, усложняется задача аудирования. Какие новые элементы должен знать обучающийся, чтобы понимать эти фильмы и передачи. Но на уровне А1, опять же, речь идет пока только о очень конкретной задаче. Обучающийся должен распознавать знакомые слова и фразы, то есть даже если передача в целом ему будет непонятна, точнее в деталях каких-то, она, в общем-то, содержит лексику, которую он не знает, но распознавать знакомые слова и фразы он в ней должен. Он должен идентифицировать тему этой передачи, то есть о чем она, собственно, и он должен, например, понимать смысл рекламы. Ну, в качестве примера, вот как раз это рекламные аудио-видеоматериалы, то есть визуальная информация рекламная, чтобы он понимал, о чем эта реклама, что в ней говорится, и, в общем-то, мог это все комментировать. Причем, обратите внимание, что в аудио-визуальной компетенции большую роль играет языковая догадка. Это возможность опоры на визуальную информацию, из которой уже можно, даже не слыша текст, что-то извлечь. Поэтому очень много упражнений делается без звука вообще. То есть сначала включается рекламный небольшой ролик, учащиеся его просматривают, они потом как бы пытаются понять, о чем он, делают свои предположения, догадки, затем он прослушивается уже со звуком. Это известное замечательное упражнение, которое, конечно, формирует вот эту языковую догадку. Это важно, умение предвосхитить содержание, умение планировать то, что, в общем-то, вас ожидает с точки зрения языка. И общие базовые знания, конечно, тоже помогают. Если он смотрит учащийся наш какой-либо видеофрагмент, то ему поможет знание, в общем-то, о той ситуации, в которой этот видеофрагмент посвящен. Скажем, если это видеофрагмент небольшой посвящен школьной жизни в Германии, многие вещи будут ему понятны, исходя из собственного опыта. Но чтобы вот этот фрагмент был понятен, мало опоры на собственный опыт. Необходимо эту языковую догадку, языковую способность вот эту прогнозировать, прогностические функции, эти прогностические компетенции необходимо формировать. Поэтому мы, в общем-то, этому посвящаем большую часть нашего ОМК. Посмотрите, пожалуйста, на упражнение 3-9 классе. Начиная с 7 класса мы эту языковую догадку как в аудитивном отношении, так и в отношении чтения мы формируем за счет того, что слева размещаем знакомые слова, справа новые слова этого урока. Задача школьника понять, что это за слова. Если он знает слово «schließen», то что бы значило «abschließen»? Давайте подумаем, давайте попробуем предположить, давайте пофантазируем, что бы это могло значить. Или, скажем, если вы знаете слово «osten», то что такое «östlich»? То есть постепенное формирование вот этой догадки очень важно, чтобы не пугались обучающиеся новых слов, чтобы они могли их связать с тем, что они уже знают из других классов, чтобы они могли потом, слушая какой-либо текст, угадывать эти слова и соотносить их, опять же, с этими известными им лексическими единицами. Но не только это важно. Это, конечно, и касается формирования догадки на основе чтения и прослушивание международной лексики. У нас есть целый ряд упражнений, особенно в 8-9 классах, когда слова с международными корнями вводятся без перевода. То есть послушайте, прочитайте и скажите, что это такое. То есть формируется постепенно языковая догадка, которая, это способность прогностической компетенции, способность прогнозировать, что это такое может быть, что, чем это закончится и как это можно интерпретировать по-русски. Это необходимо, конечно, формировать. Ну и завершается этот раздел рецептивный, связанный с аудированием, представлением о том, какие стратегии может использовать обучающийся, чтобы свою вот эту аудитивную компетенцию формировать и чем-то подкреплять, как-то ее поддерживать. Речь не идет только о том, чтобы слушать и понимать. Просто прослушать и понять. Речь идет о том, чтобы включить и другие компетенции, которые могут аудирование облегчить, то есть могут провести вот эту фасилитацию аудирования. Что это может быть?
Например, если вы смотрите аудиоряд какой-то, слушаете, смотрите видеоряд, который с ним связан, вы можете использовать иллюстрации, вы можете обращать внимание на отдельные языковые элементы, которые там присутствуют. Если речь идет о тексте, вы можете, прослушивая его, обратить внимание на заголовок, на форматирование, на какие-то подзаголовки в нем. Если речь идет о видеофрагменте, вы можете обратить внимание на субтитры, если они есть. То есть любая дополнительная информация может помочь прослушать. То есть надо уметь эту информацию видеть. То есть надо показать, что аудирование не связано только со слушанием и пониманием. Оно может быть, конечно, и должно включать и извлечение другой визуальной информации. Мы очень много говорим о том, что сейчас вообще вся коммуникация, вот эта аудиовизуальная, она креализованная. То есть там много разных элементов и аудитивных, и визуальных, и связанных с опытом, и связанных с фантазией, и с возможностью прогнозирования. Это нужно, конечно, формировать. Какая еще стратегия здесь важна, чтобы подкрепить аудирование? Это способность извлекать информацию из контекста. То есть, если вам предлагается аудиотекст на какую-то определенную тему, то нужно использовать представление о том, что вообще с этой темой может быть связано. Предположим, тема, связанная со здоровьем, с лечением, например, ОРВ или ОРЗ, вот тема, это, конечно, предполагает то, что обучающийся пример, так сказать, представляет себе, что такое ОРВИ, что такое ОРЗ, как эти болезни лечат, но то, что они лечатся по-разному в Германии и в России, об этом, собственно, и текст. И обращать внимание на эти отличия поможет как раз общее знание того, что это в России такое. И, наконец, третье – это использование лингвистических ключей. Это, если речь идет о прослушивании, выхватывание информации, связанной с цифрами, личными именами, какими-то знакомыми корнями, знакомыми префиксами и суффиксами, какими-то темпоральными коннекторами, какими-то логическими соединительными элементами. Все это позволяет, не понимая даже всего прослушиваемого текста в целом, все-таки представить себе в основном, о чем это, и какие-то элементы позволить себе соединить вот в общее представление о тексте, который вы слышите сейчас. Ну и здесь в этом отношении также на каждом уровне расписывается, что должны с точки зрения вот этих стратегий уметь наши обучающиеся на уровне А1. Они должны уметь извлекать смысл незнакомого слова для конкретной ситуации или для конкретного объекта, если текст, который они слышат, очень простой и посвящен известному повседневному какому-то предмету или повседневной теме. То есть надо уметь прогнозировать значение незнакомых слов, понимать их из общего контекста, и это также мы отрабатываем, потому что, конечно, в учебниках, начиная с 5 класса, в наших учебниках вводятся, конечно, слова с некоторым опережением, они не включены в основной словарь. Количество таких слов небольшое. Чаще всего мы все-таки их всегда, перед тем, как знакомить с упражнением или с текстом нашего обучающегося, их в сносках объясняем, но иногда и не объясняем, для того, чтобы можно было на начальном этапе понять этот смысл из общего контекста. А уже на продвинутых этапах, в 8-9 классе, таких слов становится больше, и понимание этих слов из контекста – это то, к чему мы должны вести постепенно того, кто слышит этот текст и может попасть действительно в ситуацию, и попадает в ситуацию, когда не 100% слов, которые он слышит, ему понятны. Он должен остальные каким-то образом декодировать. Для этого мы выполняем упражнения в наших учебниках. Завершая вот эту краткую презентацию, должен сказать, что, конечно, обучение аудированию – это одна из самых сложных сторон. И не только изучение первого иностранного или второго иностранного языка, но и в целом изучение языка. Аудирование – самый сложный и в родном языке процесс. Сколько ситуаций, в которые мы попадаем, когда мы не можем идентифицировать речь, мы не можем понять, что нам сказали, нам приходится переспрашивать. И в этом смысле в новых дескрипторах указаны специально те случаи, когда переспрашивать и не получится. Когда вы, например, слышите беседу двух коммуникантов, или еще хуже, вы сидите в зале, и лектор что-то там говорит, вы не можете его остановить и переспросить его, о чем он только что сказал, и попросить его повторить еще раз эту фразу. Вот такие указания говорят о том, что есть разные ситуации, в которой может оказаться наш обучающийся. Вот я повторяю их в основном, эти 4 концентрических круга, на которые обращают внимание авторы новых дескрипторов общеевропейской компетенции. И эти 4 круга означают 4 разных ситуации для аудирования, в которых может оказаться наш ученик, наш учащийся. И эти ситуации отрабатываются не только
непосредственным погружением в них сразу и не столько, сколько постепенно наращиванием сложности фонетических упражнений, установкой базы, отработкой словаря, произношения, пением песен, произнесением разных скороговорок, закреплением вот этого акустического образа в голове, прослушиванием полилогов, диалогов и текстов с опорой на визуальные какие-то элементы или с опорой на целый текст. Постепенный переход к тому, чтобы учиться слышать и записывать слова без опоры на визуальный текст. Затем переход к тому, чтобы учиться вписывать эти слова в текст, который вы видите перед собой, в котором содержатся некоторые лакуны и так далее. Вот эти упражнения присутствуют в нашей серии, и я хотел бы обратить ваше внимание на то, что новые требования, которые мы вот сейчас с вами обсуждаем, эти требования, конечно, касаются не только учебной литературы. Они касаются и тех результатов обучения, так сказать, тот термин, который мы часто слышим, learning output, то есть результат обучения, которые должны выстраиваться в систему по окончании какого-либо класса и которые должны вести, в общем-то, к определенным изменениям в ОГЭ и ЕГЭ. Мы пока не знаем, будет ли наш учащийся сдавать ОГЭ и ЕГЭ по второму иностранному языку. Но, тем не менее, мы будем ориентировать этих обучающихся на то, что есть какие-то рубежные требования знания языка, которые определены общеевропейскими компетенциями уровня владения иностранным языком. Есть определенные конкретные указания, что он должен уметь на своем уровне делать в конкретных ситуациях. То есть главное, на что мы должны обратить сейчас внимание, это то, что вот эта новая система уровней очень конкретизирована, предельно детальна, предельно понятна и проста. И она должна быть воплощена в серии упражнений, которые каждый учебник предлагает, и она, кроме всего, конечно, предполагает, что и сам учитель будет дополнять эти упражнения в зависимости от специфики своего класса какими-то дополнительными заданиями. Например, прослушиванием небольших фрагментов радиопередач, которых нет в учебниках. Например, или используя, например, те же подкасты с сайта Deutsche Welle. Или просмотром небольших видеофрагментов, которых огромное количество содержится на сайте YouTube и так далее. То есть эти элементы вы можете добавлять к уроку для того, чтобы не забывать о том, что аудитивная компетенция формируется медленнее всех, и что упражнения, которые содержатся в учебниках, помогают ее формировать не только предлагая конкретное задание именно на конкретную вот эту компетенцию. Я надеюсь, что разговор наш был сегодня для вас не бесполезен, интересен. Мы продолжим его в следующий раз, говоря о формировании компетенции чтения, что тоже непростая тема, но мне очень важно будет ее с вами обсудить, потому что серия ОМК «Alles klar», немецкий как второй иностранный, как раз вот эту компетенцию с самого начала формировала массированно. Так что мы будем говорить о том, как работать с текстами в этом ОМК, и будем, конечно, опираться так же, как сегодня, на дескрипторы новой системы общеевропейской компетенции уровня владения иностранным языком. Я не вижу вопросов из чата, видимо, они не поступили. В любом случае, я буду рад, если эти вопросы поступят на сайт корпорации «Российский учебник». Наша сегодняшняя встреча, наш вебинар также будет выставлен в видеозаписи для того, чтобы вы могли еще раз посмотреть ее при желании и задать эти вопросы уже по окончании ваших размышлений о том, как формировать аудитивные компетенции в условиях новых вот этих дескрипторов, новой системы общеевропейских компетенций. Спасибо вам большое. До следующей встречи на вебинаре в корпорации «Российский учебник». Всего доброго.